вот этот трафарет, на нем написано: «Не поленись, и день принесет тебе удачу». А мы сделали его на здании администрации ночью и на здании ДК, чтобы они не ленились. На тамгапах. Тут парень с Череповца нарисовал такую девушку, которая рисует, в свою очередь, горы. Прикольно. Вот на этого человека вся Америка охотилась, это сидящий бык. Стиле минимализма, инструмент, благодаря которому до нас дошел нартовский эпос, и такой своеобразный памятник Сусланному Уралу, человеку, который восстановил 8 из 11 национальных музыкальных инструментов. Вот там, где бар сейчас, там была его мастерская по изготовлению инструментов. И мы просидели с ним рядом и внимали порядка 4 лет то, что он делает, следили за ним. И тут, собственно, и создан ансамбль Кона. Все отсюда и пошло. Как у вас все взаимосвязано? Портал Кона. Здесь такой своеобразный бар, на Коне он работает. Рояль из Дрездена, он, кто-то его выкинул, мы сделали ему протез, привезли его сюда, сделали протез, попытались настроить его дальше. Вот. Все идет своим чередом, так как мы, когда его принесли сюда, собирали его, зашел настройщик пианино, и абсолютно случайно, он был в отпуске, решил заглянуть. А их всего 2 во Владикавказе, в Северной Осетии, да. И он взялся за настройку, его настроил абсолютно бесплатно. Большое спасибо ему за это. Чайная зона, здесь люстры сделаны из банок из-под сгущенки тех же, и занавески сделаны из газет, из материала, который был. Там летеринг, солнце, там девчонка с мейкопа нарисовала его. Переводится как «Пойдем в горы». Солнце там. Пойдем в горы. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Думала Бутаева, некая ученая, она участвовала в разработке лазера, и мы решили отметить ее таким вот арт-объектом. Куча поломанных гитарок внизу дала Фёдор целый бисер. Ага. Мы узнали поиграть. Вот тут микрофотоэкспозиция, господа. На фотоаппарат 70-х годов фотографировали город и лица. И по мне так прикольно. Его купили в Киеве. Новый фотик немецкий. Вот здесь стиком, собственно, проект, который мы разрабатываем, который мы прорабатываем. Это бренд, под которым мы собираем мастеров местных, ремесленников, людей, которые делают что-то подлинное своими руками. И задача Тхиконда — познакомить качественного производителя с качественным потребителем, чтобы не только магазины там фирменной одежды, которые никто не знает, где их производят там, и кто их производит, продавали свои вещи, но и местные ремесленники. Девиз этого места и ума, мы будем вместе. Стенды, освещение, музыка, там, тоже
рояль, бар, все, весь первый этаж подготовлен за две недели ребятами. Это произведена, да, невероятная работа, такая работа, что ее, ну, я такого никогда не видел. Я, будучи строителем, организатором строительных процессов, я таких вещей еще не видел. Когда люди хотят, и когда людям интересно что-то делать, и не за деньги, тогда у них открывается какой-то сумасшедший потенциал. Да, и вроде выставляются даже девчонки 11 лет, они шьют игрушки своими руками. Это вчера не его рука гуляла там после концерта. Вот здесь 11-летний ребенок Индиго написал на языке, который придумал сам. Если знаешь этот